Доброе утро! Доброе утро, мой сынок! Уже привезли нам Антоху, а у него тут подарочки, да? Ай, Антоха уже Сейчас рад. пойдем пить чай. Сейчас пойдем пить чай, да. И Ура! хоть конфеты будут. Да, нам тут Нравится. конфет. И Ура! твои любимые. Какие? Вот Да эти. я их не люблю, это папины А любимые. вот эти. Да я остальные люблю, а вот эти что-то не очень люблю. Баунти уже надоело. И вот эти, это тоже наши любимые, да? Да. Клевые. Давай я. Ну как ты, болеешь? Антохе вчера была температура, расскажи. 38. 38? И один. И один? Ну сейчас прошла уже? Декабря. А, ты прочитал? Так, тебе что включать? Моя день рождения. Сколько тебе было лет? Семь. А, да? Давай. Как пока это мое день рождения сама Саша. Сама маленькая, это один. Да. Сейчас Бэд, опять. мама, это что? Где? Вот это вот. Вот, это ж тебе 7 лет. Включай, это ж ты же на чердаке же был. Просто внизу. Ты испугался? Потом ко мне шесть. Да. Ты ж тогда на чердаке захотел, помнишь? Сейчас же у нас чердак закрылся, кстати. Не работает больше. Очень жаль, если честно. Мы с детьми туда сильно не ходили, но вот когда дни рождения, то это было здорово. Все, за что теперь делать? Сейчас помою, пойду голову быстренько и буду заниматься пряничным тестом. Пригласим, а здесь надо, они же меня Это ты отвозили. сейчас о чем говоришь? Расскажи. А моя 8-летняя. Да, хочется Антохе отпраздновать 8 лет где? У бабушки с дедушкой, у дедушки Леши и Да, его. у бабули и у дедули в Ейске, да? А как раз хоть одна, вот, это Марго приглашу. Они же знают, они меня отвозили. Да. Если они не знают код, я выйду, я знаю. Ты знаешь код? Ну, сейчас идет. Ну, вспомнишь, да? Просто напиши мне на листике и все. Хорошо. Так, а я сейчас делаю тесто. Вот у меня тут пряничное тесто, тройная порция. Вот Мам! этой вот штукой очень удобно его резать. Раньше я Мам! ножом резала, но вот это удобнее. Что? Это что за сосиска? Это сарделька, сынок. Сардель, ты что, ее будешь есть? Так, все, сейчас разложу все по пакетикам, и вечером будет опять у меня пряничное настроение. Женя нам прислал видео от бабушки Таи. Бабушка Тая нас поздравляет с Новым годом. Садись тоже сейчас, Мы бабушка. тоже, бабушка Тая, бабушка Галя и дедушка Леша, поздравляем вас с Новым годом. Чего мы желаем? Вам, чтобы... Все были, самое главное, здоровы, да? И чтобы вы никогда не болели. Да, чтобы были здоровы и счастливы. Мы будем приезжать почаще в следующем году, да? Еще бабушка Что хотел сказать? еще что-то. Что на свой день рождения, да? На свой день рождения я приеду и в Ейск, и к вам в Камышеватку. Пока! Антоха сейчас меня просит соревнования по футболу включить. Сейчас вот У начнем меня уже два футбол. первых места и один кубок. Да, мам? Один кубок и две золотых. Так, где тут у нас соревнования? Сейчас буду искать. Вот, Первые? турнир по футболу, Это да? мои первые? В октябре это, наверное, да, первые. Или не в октябре были первые? Или Ну, это я сейчас вторые? посмотрю, если кубок, значит первое. Это наш ужин с Антохой. Здесь картошечка с индейкой. Я уже говорила, что у нас три индюка, теперь мы только их едим. Что за голодный ребенок? И ты сейчас Так, сейчас буду накладывать, чтобы немного остыло. Мы синюю птицу смотрим. Очень интересно, да?
Знаю, заморочиться мне хочется, посмотрим, что из этого получится. Ищу, знаете, что стихи, которые вот новогодний стишок пирату, потому что Антоха же пират, и ему стих не давали, нужно выучить свой. Вот сейчас вот ищу здесь подходящие, вот в Word уже несколько, вот парочку нашла. Вот. Один побольше, один чуть поменьше. Вот, и сейчас буду искать что-то еще. Что ты там делаешь? А что ты там снимаешь? Синюю птицу. Да, смотрим, до сих пор продолжаем синюю птицу. Ждем футболистов. Ждем футболистов, Валет да. футболист. Да. Все-таки растопили. Не переживайте, еще в обед. Ох ты, там хорошо как. Тепленько. Антоха принес дровишек по нескольку вот в каждом ведерке. Помощник. Сейчас здесь снизу закрою, чтобы пойти чуть полежать. Вот это мы ждали. Тебе понравилось, сынок? Или не очень? Ну что, скажи. Круто? Что, у нас там дождь такой вообще? Даже МЧС мне прислала какое-то там сообщение по поводу дождя. Включила на улице эту штуку, которая делает картинку. Не знаю, насколько она там будет сейчас веселить народ. Вот Антохи. Какую дорогу? А, да? Это вон нам. Там еще нам. И тебе мы привезли подарок тоже. Афоня, у меня письмо Дед Мороз сегодня забрал уже. Давай. Мы тебе тоже подарок привезли. Че, правда? Да, и Антоне привезли. Ух ты, нифига себе, какие с поросятками. Мне 2500 рублей даже дали. Да ты чё? Им по 2000, а мне 2500. Ну что тут, Афончик, кто там? Тут какой-то бутик. Где? Это сладкий бар. Ух ты, покажи. Ну-ка, дай я попробую. Ну, дай его почитаем хоть. Что ж ты будешь пробовать, глянь. А, это сладкий бар, да, какой-то. Ну как вы там, отдохнули? Хорошо? Счастливы? Даже на Марс съездили. Съездили? А там как погода тоже такая же? Ух! Там отъехали! Давай посчитаем! Давай. Начинается. А в садике еще хотели одни конфеты подарить, да? У нас еще до Нового года неделя. Риша, ну! Тихо, тихо, тихо. Просто такая коробка офигенная. Сейчас вспомнила, что сегодня уже какое-то 20 какое-то число, а мы до сих пор не оплатили коммуналку. Вот 23 сегодня, так что сейчас села, оплатила всю коммуналку и счастлива. Нам нужно, получается, за детский сад платить, за телефон, за интернет, за свет и все. Все оплачено. Сейчас буду продолжать свое пряничное настроение. А сюда сказали не смотреть, да? Ну, завтра будешь пылесосить, ну, чего-то. Вот, смотри. Ух, нифига ж Мам, себе. Мам, вот эту я нарезал. Да? Гриша тебя научил? Да.
Вот моя. Смотри, какие. Вот это, вот мне Гриша чуть-чуть помог. Подожди. Свои, глянь. Покажи. Вот, глянь. Он с одного раза из двух сделал. А, за один раз? Я сейчас покажу свои. Вот моя. Да? Мам, Антоша позорится. Почему? Это олень. Это олень. А это олень? Это Гриша сделал. Так, это Гриша. Так, Гриша. Это вот я. Это его самое лучшее, наверное. Да? Ну, смотри. А это ты... еще на люстру, на это, на люстру. Это я! Это мне Гриша чуть-чуть помог. Ну, красиво чего. Очень здорово. А это все мне. На Да, завтра уже, да? Так, и завтра тебе нарежем на комнату. Да, давайте.